Симба у нас родилась в нашем питомнике. Ее мама также работала по профилю поиска взрывчатых веществ, и взамен этой собаки было принято решение оставить щенка себе. Вот, это на данный момент этой собаке уже 10 лет. За ее долгую службу, за 10 лет, мне, наверное, сейчас уже даже не сосчитать, сколько она поездила в командировке. Она ездила в командировке не только в Северо-Кавказский регион, но также по охране общественного порядка. На такие мероприятия, как охрана стадионов, по проведению чемпионатов мира по хоккею. Ну, к сожалению, на футбол она уже не попадет по возрасту уже. Вот. И она со своим спокойным характером. Она работает не только со мной, например, как проводником, но она может работать абсолютно с другим проводником. И в последней командировке, в которой она пробыла уже больше года, год с лишним, да, она работала с другими проводниками. Было принято такое решение наградить собаку. Не проводников, а именно собаку, потому что она честно выполняла свой долг.